Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 6 декабря». Сегодня в районе часа дня появилась информация о том, что электроснабжение для потребителей в Одесской области может быть возобновлено до вечера 6 декабря. Об этом заявили в Минэнерго. Сейчас, на данный момент, когда я записываю данное видео, 3 часа дня. Выставлю я его позже немножко, в связи с тем, что электроснабжение отсутствует. Но по факту уже пошли вторые сутки без электроснабжения. Будем надеяться, конечно, что до вечера оно появится хотя бы ненадолго, хотя бы на какие-то пару часов, чтобы приготовить себе покушать, ну и так далее, зарядиться, помыться, ну, короче говоря, сделать все первые потребности, скажем так. Вот, но пока света нет, и я себя уже, честно говоря, так настраиваю, что его не будет несколько суток. Ну, скажем так, я надеюсь на лучшее, ожидаю худшего таким образом, то есть я настроен. Вот, как минимум пару суток его не будет. Конечно, если он сегодня появится, я буду безумно, безумно несказанно рад. Вот, но по факту нужно понимать вообще о том, что его может и не быть. Ладно, до связи. Всем пока. Как только свет появится, обязательно сообщу.